Юрий, может, я схожу с ума, но, кажется, агенты Соболя задерживают людей и просто грабят их. Конфискуют имущество? Может быть, они задержали гангстеров? Ну, скорее, людей с красивыми машинами и драгоценностями. Что сразу делает их преступниками? В их глазах. Я конфисковал себе машину, а ты... Часы с алмазами. Если эти работяги хотят когда-то выбраться из клеток, они перепишут все это на нас навсегда. Хорошо, как все не будет. Нам надо успеть покинуть эту страну. Ты как будто уже так делал. Во время спектакля не шуметь. Ты заслужил. Осторожно! Возьмите отгул на сегодня! Честно! Где наше подкрепление?
больше. Что, хорошо? А, ничего хорошего. Этот отряд Соболя давно отбился от рук. Соболь Интернешнл некогда разбираться, но там не против, если это сделаем мы. Я бы все равно занялся ими, но так будет даже интереснее. Спасибо. Слушайте, я бы, может, даже сдался, если вы мне разрешите включить сирену. Скажите боссу, что я к ней равнодушен, и что все это попахивает домогательством. Не давайте прыгать! Качаем быстро! Граната!
Занавес. Спасибо, человек. Капитан, задержанные вышли на свободу и получили назад свое имущество. Хорошо. Соболь Интернешнл пообещали, что накажут этот отряд. Поверю, когда увижу сама. Хорошие новости, Человек-паук. Мэр наконец приструнил Соболь Интернешнл. Больше никаких арестов жителей города без ордера. Наверное, они поняли, что рейтинги падают. Чистая победа на этом фронте. Ну, не совсем. Рядовые агенты Соболя винят тебя в том, что их лишили кормушки. Теперь они будут охотиться на тебя еще усердней и яростней. Я бы удивился, если бы сезон охоты на меня вдруг закрылся. Пусть попробуют, я готов.